Так огромные очереди, просто такие, ничего себе, сколько людей, я в шоке. И все стоят именно за вот этим. Это ваше изобретение, да? Ну, это мы скопировали когда-то. А, скопировали. Это в Украине не производят. Угу. Интересненько. Это мы когда-то давно в Москве на ВДНХ сделали покупку, и у нее будет, а нам хорошо. Угу. А вот это запатентовали. Даже. Зеленая. Вот. В общем, смотрите, и кому интересно, пишите в Телеграм. Черный принц. Картошка по 20 гривен. Дешевле, чем ВТБ картошка. 18 гривен. Очень дешевая. Я удивлен. Очень удивлен. Буряк 19. Петь и пугать людей. Прикольно вообще, может купить. Привет-привет, дорогие друзья, с вами Саша и канал «Жизнь в Киеве». Сегодня 27 марта 2024 года и приглашаю вас вместе со мной прогуляться по одной из самых больших ярмарок города Киева. Я нахожусь в Днепровском районе столицы. И данная ярмарка проходит каждую среду. Она находится возле Дарницкой площади. Раньше эта площадь называлась Ленинградская. Посмотрим сегодня цены, ассортимент. Расскажу вам о пенсиях, зарплатах сейчас в Украине. В общем, не переключайтесь, будет очень интересно. Заранее ставьте лайк, друзья. Ваш лайк помогает в продвижении этого видеоролика. Не забывайте подписываться на канал, если вам интересен контент из жизни города Киева. Снимаю ежедневно, стараюсь для вас, дорогие друзья. Поэтому поддержите меня, пожалуйста. По желанию можете помочь финансово на развитие канала, отправить какую-то сумму мне на карту. Контакты будут в описании под данным видеороликом и в первом закрепленном комментарии. Также напоминаю, если вам интересны какие-то товары из Украины, из ярмарок, барахолок, возможно, любые другие позиции с Украины, то могу помочь вам и отправить за границу или же по Украине, потому что многие продавцы сейчас за границу не отправляют. Это сложно, таможенные процедуры, нужно там заполнять разные декларации, хорошо упаковывать. А я беру на себя все эти заботы, поэтому не стесняйтесь, пишите в Телеграм. Контакты будут в описании под этим роликом и в первом закрепленном комментарии. Давайте посмотрим на цены. Начинаем с обзора одежды. Носочки по 50 гривен. Нижнее белье. Давайте пройдемся с вами дальше. Обувь. Очень различный ассортимент обуви. Домашние тапочки. Вот футболки уже продаются. И в тему сказать, что у нас сегодня прекрасная погода. Плюс 12 градусов. Очень тепло. Прям максимально. А на выходных вообще обещают 20. Здравствуйте. Вышиваночки. Очень красивые. Мужские по 1300. Напоминаю, если вам интересны данные позиции, то пишите мне в Телеграм. Ага. Лен 95% и 5 хб. Вот чистый лен. 1300 гривен. Напоминаю, если интересно, то пишите в Телеграм. Могу отправить по Украине или же за границу. Да? А куда вы отправляли? Кругом, да? И в Америку, да? Даже в Новую Зеландию отправляли, да? Это сейчас, да? Ну, сейчас, за время войны, да? Ага. И за сколько дошла посылка до Америки? Ага, то есть вы
не знаете, да? Вот женские такие вышиваночки тоже красивые. По 1300. Тоже женские. В общем, очень большой ассортимент. Как торговля у вас? Детские вышиваночки. Женские тоже очень красивые. Платье тоже классное. Как раз сейчас на такую погоду будет очень актуально. Красота. 1800. Потрясающее платье. Ну, это такие жилетики, тоже неплохие. Зеленое. Вот. В общем, смотрите, и кому интересно, пишите в Telegram. Как торговля у вас, покупают? Да. Приятного аппетита вам, да? Да. Берут тут на ярмарке? Даже трусы, что очередь стоит, кому надо, приходят на землю, берут. Ну, я понимаю, да. Ну, вот у вас в Исильне есть такие свадебные, тоже интересные. Спасибо большое, всего хорошего вам, до свидания. Хорошей торговли вам, пожалуйста. Так, отдел с одеждой, вот интересный. Очень много всякой одежды, носки, нижнее белье, кошелечки, футляры для очков, очки. Здравствуйте, а в какую цену солнцезащитные очки у вас в среднем? Ага, от 150 гривен. Спасибо, всего хорошего. Досточки 180. В общем, всякие хозяйственные товары. Ножи, терки 50 гривен, ситочки. Халаты 400 гривен, вот такой халатик. В общем, кофты, разная одежда, свечи восковые. Сегодня такой у нас будет полный обзор ярмарки, очень интересный, поэтому не переключайтесь. Это календарики на 24-й год. Вот такие отрывные по 50 гривен. Есть у вас такой календарик или нет? Пишите в комментариях. У меня есть, но я, если честно, им не особо пользуюсь как-то. Лень отрывать. Так, 5 нижнее белье. Ладно, давайте пройдемся дальше. Ого, это уже поинтереснее, повкуснее. Огурчики маринованные, помидорчики. Чесночок, почерыти, все за 100 грамм цены указаны. Аджика, очень удобно, что здесь вот так все написано. Морская капуста, сливы, арбуз квашеный, 12 гривен за 100 грамм. Моченые яблоки, капусточка тоже по 60, бурячок. Селедка 22. В общем, много всего интересного. И даже жарят картошку прямо при вас. Здравствуйте. А картошка у вас тоже это продается жареная? Картошка на рекламу. А, на рекламу жарите. Понял, интересненько. Черный принц. Картошка по 20 гривен. Дешевле, чем ВТБ картошка. 18 гривен. Очень дешевая. Я удивлен. Очень удивлен.
буряк 19, морква 19, лук 19. В общем, одни и те же цены. Чудо-корень 90 гривен. Яблочки в среднем по 20. Большой ассортимент. Щавель, петрушка, редисочка, апельсинки, грейпфрут, мандарин. И все, цены за 100 грамм. Ага, ну вот хурма, якмет 25 за килограмм. Перец 16,50 за 100 грамм. Ну, не знаю, цены, как вообще вам удобнее? Пишите в комментариях, чтобы я озвучивал, или же сами будете смотреть, как вам удобно. Просто некоторые в комментариях пишут, что зачем так много цифр, зачем постоянно все называть, мы и так все видим. А некоторые говорят, вот озвучивайте нам. Ну, не знаю, в общем, сколько людей, столько и мнений. Изюмчик, финики, курага, чернослив, рахат лукум, очень аппетитно выглядит, манго сушеный 100-150, рис, чечевица, булгур, узвар. О, и даже есть отдел и с барахолкой, смотрите, два в одном, и ярмарка, и барахолка. Такие чашечки милые, это современные. Современные книги «Исцели себя сам», «Исцеляющие ноги», массаж ног. Интересно. «Твое здоровье» тоже какая-то. Журнал советский, наверное. Орехи, мигдаль, фундук. Кешью. Арахис, цукаты. Из Узбекистана. Цветочки. Лютик, газания, принула, маргаритки по 25. Вот у кого есть частный сектор, то можете купить и посадить себе. А здесь картошка еще дешевле, по 15. Ну, она, конечно, с виду. Ну, в целом, не знаю. Пишите в комментариях, как вам эта картошка. Думаю, если купить, вот сегодня пожарить, то нормально. Здравствуйте. Средства у вас от тараканов, муравьев. Если что-то нужно, расскажу вам все честно, бесплатно и правильно, даже если вы ничего не купите. А в какую цену Advion у вас вот этот DuPont? А зачем вам? Ну, от тараканов раньше покупали. Ну, это разводится с водой. А, с водой разводится. Есть гель 300 гривен. Гель 300 гривен. А можете показать его? Гель, коробочка, да. Вот такой будет. Ага, это такой, да. Только просто будет немножко по-другому называться, если... Ага. Я понял. Я ваш номер вот сфотографировал, если что-то. Фотографируйте, замучились, травите, тратите деньги, это ко мне. Угу. Как у вас, покупают на ярмарке? Актуально это или нет? Что? Ну, вот такие товары. Я не знаю, попробуйте, узнаете. Я понял. Всего хорошего, до свидания. Давайте расскажу вам немножко о зарплатах, о пенсиях в Украине и в городе Киеве. Обещал вам рассказать. Средняя зарплата в Украине, по данным сайта Work.ua, составляет 20 тысяч гривен. Средняя зарплата в Киеве, по данным того же Work.ua, 22 тысячи 500 гривен. Минимальная зарплата 7100 гривен, или же 42 гривны в час. Это примерно 1 евро 1 час. Средняя пенсия 5385 гривен. Минимальная пенсия 2361 гривна. Прожиточный минимум 2920 гривен. Вот такие вот цифры. Пишите в комментариях, много это или мало? Как вы думаете?
75 гривен. Лохина за 100 грамм, клубника 22 гривны за 100 грамм, 220 килограмм. Груши 120 тоже за килограмм. Помидоры, черри 120-130, чумак 110, огурцы 170, капусточка 150, зелень разная. Нижнее белье по 150 гривен. Что-то его очень много на ярмарке, не знаю. Сколько снимал обзоры ярмарок, ну раз 20 или 30 даже. И не видел такого большого количества нижнего белья. Не знаю, почему оно сейчас так актуально, наверное, с наступлением весны. Так, яйца 35, 43, 45, 48. Отдел из барахолкой. Вот, и ярмарка, и барахолка, два в одном. Что здесь можно приобрести? Вот, пульт для приставки. Что еще? Очки, обувь, шкатулка, чайничек. Ну, это современный, скорее всего. Нет, не современный. Интересный чайничек. Вот такая емкость для чего-то. Одежда, диски, книги. В общем, очень-очень много всего. Тоже литература. Улыбающийся человек. Вот, друзья, будьте всегда таким человеком, который улыбается. Ого, вот это и поинтереснее. Можно одеть и пугать людей. Прикольно вообще, может купить. Интересно, почем такая маска? Ну, никого здесь нету, поэтому пойдемте дальше. Если кому интересно, то приезжайте, покупайте, пока еще не разобрали. Здравствуйте, а почем хлеб у вас? Вот такой, бездрожжевой. 30 гривен. А Бородинский в какую цену? 36. Ага, 36. Спасибо, всего хорошего. Отдел из копченостями. Курица, уши, щечка, грудинка, филе куриное, охотничьи колбаски, вырезка, докторские колбасы, обычные колбасы, сырочек, масло. В общем, очень много всего. Так, дошли до мяса. Курица. Печати на мясе есть. Гранатовый соус из Азербайджана. Если смотрят зрители с этой стороны, то ставьте лайк. Клубничка 25 за 100 грамм, а там по 22. Здравствуйте, а почем сало у вас? 300 гривен, ага. 50, по 200, ага. По 100. Даже по 100 гривен, а покажите по 100 какой. Вот это, да? Это треба варити, жарити, душити. Ага. Варити, жарити по 100 гривен за килограмм. Интересненько. А свининка почем у вас, подскажите, пожалуйста? Я 200, я 180. Угу. А 200 это какая, покажите? 200, шиечка антрикоста, ага. 80, мякоть, задочек, лопаточка. Угу. 180, мякоть, лопаточка. Спасибо, всего хорошего вам, до свидания. Грибочки. Уже, наверное, сезон грибов открылся. Можно ехать собирать. Ну, я в грибах не особо, если честно, разбираюсь. Нужно изучать. Было бы время. И время, и желание. Вот, кровяночка, буженинка,
грудинка, щека. А вот это есть. В общем, очень много всего. Что вы каждый раз снимаете, мужчина? Я блогер, блогер. Блог свой снимаю. Хорошо. Ага. Скумбрия, минтай, треска, филе. В общем, очень много всякой разной рыбы. Килька, хамса. И даже есть антисептик. Это очень классно. Можно обработать руки. Капуста квашеная 40. Яйца домашние 70. Тоже клубничка 230. Самая дешевая клубничка 220 была. Вот на базаре самая вообще дешевая 220. Ну, мы еще даже до середины с вами не дошли. Давайте пойдем дальше, посмотрим, может, какую-то клубничку найдем подешевле. Не знаю, может, и куплю. А посмотрим. Ой, извиняюсь, под настроение. Так, сыр. Вау, классно. Сыр, масло, вот польское. Из Польши масло, 55 гривен за упаковку. Вот сыр моцарелла, сулугуни. Тоже польское масло. Йогурт. Польский, очень много продукции из этой страны. Гауда, голландский, Маздам, сметанковый. Из Литвы даже есть сыр. Если смотрят подписчики из Литвы, то ставьте лайк. Жугас называется. Класс вообще. Из Польши. Что? Да нет, а, да давайте без проблем, да. Я блог свой снимаю, я блогер. Вот, номер ваш, если кому-то из подписчиков интересно, то звоните по этому телефону, правильно? У вас тут прям вся география Европы. Польша, Литва, что еще? Нидерланды даже есть? Да. Вау, классно. У нас есть выстроение гауды, два роки, три роки. Есть пармезан, Италия, Швейцария. Угу. Даже Италия, Швейцария. Дуже великий вид. Интересно. Норвежский, сыр. Чего себе. Ну, можно посмотреть, да? Норвежский оце сыр. Оце дуже смачный, як солена карамель. Дуже смачный. Интересно. Вы можете кусочек взять. Но мы берем так. Из Норвегии. Сколько такой кусочек из Норвегии стоит? Такие кошты 250 грамм. 250 грамм. 250 грамм. 250 гривен. А такой сколько стоит? А цей 980. Ага, 900 гривен килограмм. А здесь 480 грамм. Всего хорошего. Хорошей торговли вам. Приятные люди на ярмарке. На самом деле процентов 90 людей приятных, хороших, добрых. Здравствуйте. Прянички какие красивые у вас. Печенье, Мария, Наполеон. Круассанчики 180, 230. Очень много всякого классного печенья, вкусного. Ой, я не могу уже смотреть. Хочется, хочется, но лучше не надо. А то, знаете, один раз возьму, потом еще раз, и это такой бесконечный процесс. А то у меня уже минус 2 сантиметра в талии, уже сбросил. Была талия 90, сейчас 88. Я хочу дойти до примерно 85, а потом уже начинать набирать вес. Интересный отдел с барахолочкой. Такие бусы, крестики. Интересная. Сережечки. Здравствуйте. Что это за камень? Подскажите, пожалуйста, в сережках.
Ага, нету, да? Ага. Здравствуйте, а что это за камень у вас? Не помню, как называется. Ну вот есть браслетик до него. Угу. То есть сегодня и взяла, браслет. Да. И почем такой комплект? Браслеты и сережки, да. Например. Почем он? 400 за 350. Ну, это распродажа. Я понял. А что за материал? Это ж не серебро, да? Это сильвер. Импортное серебро. Серебро, да. Да. А это медь. Браслеты. Ага, с медь. Этими специальными этими. Видите? Угу. Понял. Брошка? А нет. Кулончик такой. Да, это подвеска. Ожерелье, да. Это все остатки уже нет. А такая в какую цену красивая? 200. 200. Есть до нее сережки. Угу. Я понял. Это... Красиво, да. Даже бирки есть на кольцах. Натурально, все как положено. Ой, ну да, да, вижу. Хорошо, спасибо, всего хорошего вам, до свидания. Спасибо. Вот такой интересный отдел из серебром на базаре, на ярмарке. Интересно, впервые в жизни, честно, вижу серебро на ярмарке. Вообще, мак 180, орехи 130-150. Здравствуйте. Пахлава 200. Колбаска. Здравствуйте. А почем такая колбаска у вас? 420. Ага, 420, да? Спасибо. 70 гривен кило. Выбирайте эти коренчики. Ого, с начинкой. Такие интересные пряники. Со сгущенкой пряники 82. Шоколадные 73. Очень много всяких разных вкусностей. Сушка, малютка. Любимая многими. Помидор, огурчик. Ну, цены, конечно, да. Ну, киви, например, дешевле, чем в Ашане. Я вчера в Ашане снимал. Если не ошибаюсь, то он стоит 100 с чем-то. Ого, какая очередь. Зачем же у нас эта очередь? Так, авокадо 40. Ага, очередь за помидорчиками. Угу. Интересненько, да. Ну, на самом деле дешевле, чем в магазинах. Вот в АТБ такой помидор 120. Очень много людей, просто очереди, люди ходят, смотрят. Кто-то покупает, кто-то смотрит, конечно, по-разному. Так, тоже мясо, телятина 250, 200. Здравствуйте. А телятина по 250 такая у вас, да? Нет. А это дороже, да? А, ну вот, вот цена, да. Перепутал. Ага, 290 такая, понял. Телятина, спасибо. Сало 175. Ой, сало, точнее, мясо 200. Так, свининка. Здравствуйте, а почем свинина у вас такая? Ага, 175, лопаточка 165. Торговля идет постепенно. 230 клубника, а там в начале 220. Чем ближе к Дарницкой площади, тем дороже. Так огромные очереди, просто такие, ничего себе, сколько людей, я в шоке. И все стоят именно за вот этим. Какие дешевые яйца, я в шоке. 35. Сложно подобраться, сложно, очень, максимально. 35. Перепелины 48, 20 штук. Ой, извиняюсь, извиняюсь, я не в очереди, я ухожу. Это уже на меня
думает, что я очередь занимаю. В самом начале я просто подошел посмотреть. Некоторые люди подумали, что я хочу без очереди купить такие дешевые яйца. Ну, яйца у меня есть. Я купил уже в АТБ недавно. Закупочку снимал, показывал. Вот, пропозиция до посту. 160 гривен. Такие интересные печенюшки. Халва. Очень разная. С какао, классическая, ванильная, молочная, с арахисом. В общем, капец. Много халвы, много конфет разных. Цены на видео. По 178 за килограммчик. И пойдемте с вами дальше. Перевозная точка. И на ней продают кофе для продавцов. Вот так оно все готовится. Прям на месте. Контрольные весы. Можно проверить вес. Правила поведения на ярмарке. Что запрещено, что разрешено. Все указано. Могли вместе с вами ознакомиться. Короб, карась. Какой-то немножко странный молодой человек подошел ко мне, начал протягивать руку. Ну, типа, чтобы я не снимал. То есть он не хотел ничего говорить, чтобы его голос не попал на видео. Но при этом как будто вот не мой, просто размахивал руками. Очень интересно наблюдать со стороны. Ну, бывает. Разные люди. Конечно, сколько людей, столько и мнений. Сыр сметанковый, масло. Масло шоколадное, 150. Сыр, творог. Сметана, 15%, 50. Жир свинячий. Здравствуйте. А почем свинина у вас? Какая именно у вас цена? Ну, вот такая, например. 170. Ага, 170, 180. А сало в какую цену? 200. Угу, по 200, спасибо. Домашние пирожки и домашние тортики. Так, 109. Вот цены сверху. Девушка, вы смотрите сверху. 135, 109, 105, 140. Цены на домашние тортики. Наполеон 95. Домашний. Так, рыбка копченая. Килька, селедка, ставрида, скумбрия. Мясо семги, форель, тушка, 600, хребет, мойва, хек из Испании, даже из Испании, ничего себе, сколько же его сюда везли, наверное, не один день, это точно. Так, пойдемте с вами дальше. Рыба, конечно, это всегда интересно, всегда хорошо, но нужно двигаться дальше. Так. Давайте быстренько пробежим. Очень много народу, серьезно. Вот видите, целые просто толпы в одну сторону, в другую. Так, давайте быстренько подойдем, посмотрим. Филейка куриная 165. Вот 140. Крыло 60. Ножки 60. Печень, сердечко. Вот. Цены могли сами наблюдать. Что это такое интересное? Здравствуйте. Добрый день. А что это у вас интересного такого? Это набор для рисования с пером. Ага, набор для рисования. Это просто вечный двигатель. Пока будет свет, будет работать. Угу. Вечный двигатель. Но получается, работает на солнце, да? Солнечное. Либо лампочка накаливания советского образца. Угу. Либо чтобы солнце шло через окно. В квартире будет работать только вот в таком случае. Угу. Светодиодная лампочка не запустит. Здесь мы поставили движок, он задает крутящий момент. Он заряжается от батареи. Батарея реагирует на ультрафиолет. Угу. В тюне тоже работает. Облака помогают. Угу. И это вечный двигатель, да? Да.
И сколько такой вечный двигатель у вас стоит? Двигатель 300 гривен, а рисование от 100 гривен и выше. Ага, двигатель 300 гривен. Вот описание. Интересно. Прикольно, никогда такого не видел. Ну, это мы с другом. Да, это ваше изобретение, да? Ну, это мы скопировали когда-то. А, скопировали. Это в Украине не производят. Угу. Интересненько. Это мы когда-то давно в Москве на ВДНХ сделали покупку, у нее будет, а нам хорошо. Угу. А вот это запатентовали даже. Угу. Это наш модуль. Прикольно. Есть и более крупные наборы, я не все достаю, мало места. Угу. Вы тут каждую среду, да? Нет, нет, я тут редко. Я был летом последний раз здесь. Угу. И как у вас тут торговля? Это рисование, а это движок. Ну так, более-менее. Рисование 100 гривен и выше, а движок 300 гривен. А можно ваш телефон или визиточку, может, кого-то взять? Я номер телефона оставлю. Угу. Еще такой графический набор. Интересно. Но вечный двигатель интересное такое, такое ну, изобретение. Это лучше, на самом деле, чем двигатель. Угу. Понял. Двигатель надоест, а это ж до бесконечности можно выдумывать. Ну да. Звоните. Сколько такое? Спасибо. Гигант 400 начинается от 150, китайский стол. Но здесь 26 фигур, книга «Практика и теория». Я сам маленьким рисую, мне чуть-чуть фигурок достаточно при наличии развитой фантазии. Спасибо, всего хорошего вам, до свидания. Нашли вместе с вами интересный вечный двигатель. Цены на мясо в целом показали, посмотрели. Давайте еще сырочек посмотрим еще раз. Вот Маздам, элитный сыр, козьбузи. Так, и давайте вместе с вами посмотрим на пряники опять. Печенье, пряники, печенье, пингвинчик, какое-то милое, трубочки с нутеллой, рулетики, штрудели, в общем, очень много всего. И большая очередь. Я в шоке просто. Везде очереди, очень много людей. Ох, хлебушек. Здравствуйте, а почем такие вот пирожки? Ага. Ага, по 16 гривен за одну булочку. С маком, с яблоками. Угу. А хлебушек у вас такой стандартный какой? Ага, батон. Ага, батон по 22. Интересно. А хлебушек вот такой? 36 ага, 36 финский. Ага, житний хлеб. А вот такой хлеб? 25 помпушка. Спасибо, всего хорошего вам, до свидания. Так, интересный тоже. Чайничек Спартак. Спартак, Москва. Так, ваза тоже интересная. Давайте пойдем с вами дальше. Посмотрим крупы. Ого, просто большой ассортимент круп. Вау, даже сухое молоко. Абсолютно все. Так, люди идут и все друг друга толкают, потому что очень мало места. Так, чечевица, гречка, семечки на сине арбузовые, арбузовые семечки, финики, курага, даже из Таджикистана. Клубника, клюква, хомка. Ага, это какое-то печенье. Ладно, пойдемте дальше. Не будем с вами слишком зацикливаться. Вот интересный тоже такой отдел с медом. Экстракт личинок восковой моли. Вот можете почитать, для чего оно нужно. Вот, тоже все написано. Кому интересно, то ставьте на паузу и читайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Смотрю пока вот ваши интересные такие спреи,
абсолютно все у вас тут есть, да? Интересно. А почем мед у вас, подскажите, пожалуйста? Вид 90 до 200. Ага, вид 90 до 200. Это за такую вот упаковочку, да? Ага. Да. За такую упаковочку. Интересненько. Хвойный мед. Ага, это вы сами производите мед? Да. Интересно. Из Черкасской области. Из Черкасской области. Спасибо большое. Всего хорошего вам. До свидания. От 100 до 200 гривен такой мед. Самое интересное на ярмарке — это вот такие пакеты BMW. Если вы давно мечтали купить себе BMW, можно, ну, если у вас там нет возможности, то можно прийти на ярмарку и купить такой пакет. Тоже нормально. Хотел пошутить, но шутка бы получилась немножко неприличная. Я думаю, сами поняли. Колбаски такие домашние со свининой. Окорочок копченый 175. Сало печеное в печи. Интересно. Вижу, у вас такое сало покупают, да? Да, то мало его. Интересно, выглядит очень аппетитно, и запах такой прям приятный, аппетитный. Хорошей торговли вам, до свидания. Тоже приятный, приятная женщина, приятный человек. Подходим уже к началу ярмарки или к концу. Здесь непонятно, где конец, где начало. Березовый сок. Да я знаю, да. Знаю, что правда. Да, интересно. Спасибо большое. Хорошего дня вам. Обязательно. Березовый сок. Так. Рыба 165. Белая мур 220. 780. 800. Толстолобик, щука, лящ. Посмотрим с вами сейчас полностью всю рыбу. Короб такой красивый. Ой, карасики. Ой, видите? Ой-ой-ой, нужно отойти подальше. А то рыба нападает. Что я возьму? Халва. Арахис. Так, салат 25 за 100 грамм. Вообще мне нужны, если честно, какие-то овощи, но овощи сейчас по цене мяса. Чипсы мясные. Бастурма 850, сыр, оленина даже есть. Мясо оленя. Ничего себе. Интересно. Вырезки, буженинка. Здравствуйте. Доброго дня. Что ты скуштувати вам? Да пока смотрю. По-другому никак, только по-хорошему. Лікарська. Вчора лише робили, прямо ж така, аж живенька. Дуже класна, м'ягенька. Ну да, вижу, м'якая. А откуда ви, подскажіть, пожалуйста? Вінницька область. Із Вінницької області. І ви сюди везли з Вінницької області, да, товар? Так, Вінницької області товар. У нас власне виробництво. Так, далеко, звісно. Нічого. Зато свіженькі кожен день потрошки робимо. Так, да, вижу, у вас тут люди покупають. Спасибо большое, всего хорошего, до свидания. Так, разные специи. Мощна домашняя выпечка, подходим. Добрый день. Пироги, здравствуйте. А в какую цену пирог с клубникой у вас? Так, люба малина без підписа. Ага, і маківник, мак з ізюмчиком. Угу. Є подвійна порція маку, половинка 40,80, а ці 70 гривень. А з вишні ще раз скільки, подскажіть? 70. Ага, 70. Да, вишніку можна вибрати. Угу. А хлебушек в какую цену? За половинку? Половинка 20, целенький 40, ага, а такая 25,50, ага. Весь на заквасте. Спасибо большое, всего хорошего, до свидания. На ярмарке даже готовят при вас вот такое мясо на гриле. Интересненько.
Здравствуйте. А какую цену мяса у вас, подскажите, пожалуйста? Вот такие колбаски, например, домашние. 700 килограмм, курочка 140. Ага. Сколько 140? 340. 340. Ага, 340. Филятина, индейка, задок 600, ребро по 440. Ага, 600. Спасибо большое. Всего хорошего. До свидания. Тоже сухофрукты очень разные. Здравствуйте. А в какую цену яблоки квашеные у вас? 70. А капуста? 50. 50. Спасибо большое. Спасибо. Грибы 80 за килограмм. Тоже грибы, чумак. Вот такие грибочки 120. Лимоны, грейпфруты, апельсины, мандарины. И давайте еще посмотрим на мед. Вот. Цены гречаный, луговой. Цены на видео. Резнотравья. Да. Вот, все цены указаны, очень удобно. Вот такой у нас был обзор. Пишите в комментариях ваше мнение относительно видеоролика. Будет очень интересно почитать, что понравилось, что не понравилось. Я работаю всегда над собой, над улучшением качества своего контента. И будет очень интересно почитать мнение со стороны, мнение зрителя. Пишите, не стесняйтесь. Буду благодарен за добрый комментарий и за какую-то адекватную, конструктивную критику. Не забывайте ставить лайк, если вам понравился этот видеоролик. И напоминаю, если вам интересны какие-то товары из ярмарок, барахолок, можете смело обращаться ко мне в Telegram. Могу отправить по Украине или же за границу, куда сейчас отправляет Укрпочта. Всем спасибо большое, друзья, за просмотр. Очень благодарен вам, что вы остаетесь со мной, подписываетесь, ставите лайки. А я, как видите, стараюсь для вас, снимаю ролики ежедневно. Мне это нравится, получаю от этого очень большое удовольствие, с радостью в глазах. Читаю ваши добрые комментарии, и они всегда вызывают у меня улыбку. Поэтому, если хотите, чтобы я улыбался, то напишите добрый комментарий. Всем спасибо. Желаю всем мира, хорошего настроения и добра. До новых встреч!